Я вас приветствую, дорогие любители и поклонники Синси 3 Тибериум Варс. Да, дорогие друзья, на ваших экранах разворачивается Тибериумная война между двумя нодовцами. Уж что-то они между собой не поделили. Данная карта для меня уже весьма знакомая. Совсем недавно видео по Тибериум Варс проходило на этой же карте, где сражались ГСБ и Нод, дорогие друзья. Ну что ж, теперь сыграет у нас под розовым цветом сыграет Вовкен 228, наверное, кто-то из России. И под красными цветами Нод сыграет Эко, дорогие друзья. Так, сразу же пошли тени со старта, посмотрите. Причем тени пошли и от Вовкина, и тени пошли и от Эко. Понятное дело, стандартный разбег пехоты. Здесь инженеры пошли занимать свои вышки, да, чтобы шла дополнительная добыча. Также и красный нодовец занял. Но вот сверху по флангу здесь сейчас розовые тени пролетают. Также снизу, дорогие друзья, красные тени полетели. Интересная зеркальная тактика. Только центр сейчас Вовкин здесь занял, да, будет большую часть карты видеть. Ну, конечно, в каком-то смысле это преимущество, когда есть разведка. В любой войне очень важна разведка. Высадка, дорогие друзья, теней. И что ж, они будут уничтожать, как хорошо Эко здесь реагировал. Минус был военный завод, но вот хороший очень пулемет, и вовремя, и пришлось отступить, посмотрите. Вовкину также здесь отработал Эко, по всей видимости, ресурсный центр отработал, да, так оно и есть. И отбежал своими тенями, здесь пошли сразу райдер баги, да. Один ресурсный центр пока от розового нодовца. Здесь мотоцикл, смотрите, гоняет, ребят. Да, и два ресурсных центра пока от красного нода. Опять пошли ребята от красного. Так, здесь багги-райдер, ну не особо эффективно. И был отстроен второй военный завод. И тут же он минус. То есть попытка была наспамить сейчас, посмотрите, от Вовкина. Но он успел наспамить пару, три райдер-багги. Также видел, были мотоциклы, да, и тут бьют по этим теням, но улетают ребята. Смотрите, продолжат свои сейчас, скорее всего, плохие делишки. Да, тут, кстати, электростанция, за ними охота, но успеет ли вырубить здесь энергию? Это, кстати, единственная электростанция для розового нода. Отбегают ребята, да, и минус будет. Минус есть, электростанция сразу же заново отстраивается. Ну и вроде бы как краш отбит. Ну, знаете, розовый нодовец потерпел больше проблем, чем красный. У красного в это время уже два военных завода. Будет сейчас дичайший должен быть спам. И один военный завод от розового нот. Да, тут пока райдер баги от него бегают. Интересно, как, посмотрите, поезда на карте ездят. Вроде бы как бы и не город, да, но что-то типа трассы. Что-то типа трассы ЗСД или МКАДа такой, знаете, от одного города до другого города. Но у нас сейчас особо нет волны, дорогие друзья. Спам мотик. Посмотрите, пошли мотоциклы, байки. Сейчас и передвигает свой командный центр Эко, наверное, ближе к центру. Здесь еще одно есть тибериумное поле. Да, на карте, кстати, немного. По одному тибериумному полю на базе и два тибериумных поля в центре. То есть особо много денег здесь не наживешь. И очень такой эффективный спам. Посмотрите, нас спамил здесь. Много райдер-баги, поддержка мотоцикла. Да, и здесь мне кажется, что красный нодовец сейчас... А, но он предпринимает попытку наспамить Скорпиона. Но правильно, два военных завода, это не так сложно сделать. Наверное, отгоняется, да, отгоняется райдер розовые баги. Или не отгоняется. Ну, смотри, по Скорпионам бьют, будь здоров, здесь также пулемет ставится. Без потерь пока работает красный и отступает розовый, да. Очень в наглую, конечно, он тут... Очень много райдерс баги нас спамил, посмотрите. Но скорпионов так просто не пройдешь. Все-таки это уже полноценные танки. Что на базе? Два военных завода также от Вовкина. И пошел он также, посмотрите, в скорпионы. Интересно, скорпионовая война нас ожидает? Или же что? Два скорпа к центру. Здесь, наверное, больше как разведка, потому что атаковать глупо, да. На подступах ребята стали, покатались, посмотрели. Опа, до сих пор работают, посмотрите. Невидимые эти ниндзя. Так и не сбавился до конца Вовкин от них. Опять же есть попытка пройти, но здесь в линию красиво. Посмотрите, как расставил свои войска. К
красный нодовец. Не знаю, мне такое ощущение, что тут дерутся прям Кейн и Сет. Опа! И здесь уже начинает доставать. Посмотрите, Вовкин своего оппонента. Ну, у него высота. У него высота, мне кажется, позиции преимущественней. Хоть здесь и спама больше у красного нодовца, но его еще достают розовые... не Рокет, извиняюсь, а баги. Райдер-баги розовые. Да, и тут с левого фланга атакуют своими скорпионами Вовкин. Красиво на самом деле делается. Ну и пошла полная масштабная война с скорпионами, дорогие друзья. Посмотрите, какая красота. Одно загляденье, боже, а. Как они воюют. Так, райдер-баги здесь, но осталось совсем мало. Так, кусками их, да, распределил. А, вышки тоже никто не бьет. На самом деле, мне кажется, розовый давно уже мог бы в центр ставить ресурсный центр. Но сейчас, наверное, своим ходом будут добывать, кататься. Да, отступился Вовкин. Как и у Ока, так и у Вовкина очень много скорпионов. И здесь, конечно, ситуация уже, дорогие друзья, кто кого перемикрит. Хотя удачный старт очень был от Эко, конечно. До сих пор его, кстати, невидимки бегают здесь. Какая опять толпа, райдер-баги здесь с мотоциклами. Да, то есть две группы у розового, понимаете, две группы. В то время как одна группа у красного. И он причем тут решил пропушить, посмотрите. Да-да-да, пошел бить здание в центре, чтобы никакой разведки не было. Да, здесь опять же война багами, дорогие, извиняюсь, не багами, а скорпионами. Но как бы в это время не зашла вторая группа, она есть. Ее как раз таки здесь пытается фокусить сразу Эко своими же скорпионами. Вот она, толпа на толпу, дорогие друзья. Красота баталии. Отступать приходится красному нодовцу. Розовый поджимает, идет вперед, 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 вперед. Прям на тибериумных полях здесь замесы. Да, и отходит красный. Красивая война, красивые кадры. Что ж сверху здесь? Ага, опять заезд, посмотрите. Будет ли в этот раз фокус? Посмотрите, в центре все-таки прогоняет красный розовый, даже добывает здесь. Интересно как. Да, и вот сейчас такая ситуация. Ведь две армии есть у розового нодовца. Хоть одна и послабже, но она как отвлекающий маневр, конечно, весьма эффективная. И вот именно сейчас, посмотрите, опять по центру проходят скорпионы. Только отошел красный. Только свой взор кинул на эту мини-группу. Да, ну почему мини? Я имею в виду именно в силовом плане. Так там много, естественно, баги, да. И сейчас прорвал, посмотрите, нодовец розовый своего оппонента. Здесь бьет и мотоциклами, райдерами. Да, и мне кажется, что здесь... В меньшинстве так и хочется красного назвать сетом предателя, но не буду я этого делать, дорогие друзья. Да. И розовые тут, конечно, скорпионы перебивают. Но красиво Вовкин, я считаю, он весьма грамотно сыграл в этой партии, дорогие друзья. У него было две боевые группы. Несмотря, да уж, на удачный старт от Эко, Вовкин все-таки его переигрывает, дорогие друзья. Но, как по мне, весьма ровная была битва. Вот, да, быстрый получился бой, дорогие друзья. В Синси Тибериум Варс они тоже бывают, поверьте уж. Не только длинные бои, 30 минуты. И весьма интересные. Красивый был раш от Эко. Он реально больше эффективности его раш принес, чем раш Вовкина. Но все равно Вовкин как-то наспамил. Но он со старта пошел в более легкие юниты, которые и стоят дешевле. А вот Эко решил применить более грубую силу, за что и поплатился. Не до контроля, как по мне, дорогие друзья. Давайте посмотрим статистику по юнитам. Конечно, розовый нодовец был впереди. За счет того, что он спамил легкую технику. Не совсем бронированную, да. Здесь по структурам опередил все-таки красный нодовец. Больше у него было построек. И по ресурсам здесь ровень. То есть, дорогие друзья, вывод какой? Да, победил спам и контроль. Ну что ж, дорогие друзья, оставляйте свое мнение в комментариях. Конечно, не забывайте ставить королевский лайк и подписочку на канал. А также не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.